события приобретают неожиданный поворот. Юный принц влюблен. Он признается Адеке в своем чувстве и просит ее прийти во дворец на бал, где он должен будет выбрать себе невесту. Там он представит Адетту как свою избранницу. Барон взволнован. Такой поворот событий его не устраивает. Адетта принадлежит его театру и не должна его покидать. Потеря Адетты может погубить его озеро. Он просит Зигфрида отказаться от этой затеи, но принц непреклонен и клянется Адетте в любви. Он будет ждать ее на балу.